Фрегат «Адмирал Горшков» выходит на боевую службу и отправляется в дальнее плавание. В поход по Атлантическому и Индийскому океанам по видеосвязи фрегат отправил президент России Владимир Путин. «Адмирал Горшков», как отметил Путин, оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые, по словам российских военных, способны преодолевать защиту любых современных систем ПВО. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности. Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместным с дружественными странами, поддержании регионального мира и стабильности. Корабль прошел полный цикл подготовки к походу. Адмирал Горшков первым получил комплекс с цирконами. С него проводились первые испытательные пуски. В США выражают озабоченность по поводу нового российского гиперзвукового оружия. В Пентагоне полагают, что циркон создает значительные риски для глобальной безопасности, поскольку ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками.